Bu oyun Azerbaycan futbol tarihine düşecek. Так, ребят, необычный выпуск и, конечно же, необычные подарки. И на этот раз я выберу аж 4 победителей. Один из них заберет мою форму с моей подписью из медиалиги, а других 3 участников я приглашу на мой канал, и мы сразимся в футбольных челленджах. Итак, условия. Как всегда, вам нужно найти зашифрованные буквы в этом видео и получать свою футболку, а также приглашение на мой канал. Погнали! Тренер наш поднимает красную карту. Когда мы владеем мячом на нашей половине. Да. Визим. When we own the ball in our box, when we own the ball, for example, 0-0, 1-0, on the bed. So, our coach can make the red card. So, the ball is red, is the 2 points. Stop, stop. Kim ball will do? 2 top side. Оператором говорю, брат, с оператором дрон. Ну, ребят, добро пожаловать в наш мир медиафутбола. Погнали! Потом круг встанет. Мы выходим под музыку пастора. Пастор будет пару слов скажет, дети с нами стоят. Пастор заканчивает, дети уходят. Мы делаем минуту молчания. Так, шахрия, форму выносим. Первый же матч в азербайджанской медиалиге удался просто по сценарию Голливуда. Полноценный выпуск этого матча вы можете посмотреть на канале медиалиги. Я оставлю линк в описании, поэтому обязательно переходите и смотрите, вы не пожалеете. Я жду от вас максимальной поддержки, потому что вы сами будете задействованы в этой лиге. Вы будете управлять командами, вы будете советовать нам, вы будете делать трансферы. То есть, как и подобается в медиалиге, вы, зрители, главные участники этого проекта.
Ребята, мы сегодня дружеская игра, братская игра, поэтому мы должны порвать. Abuşov geri oynuyor. Nurzor! Bu mükemmel. Emir Kozan Aksak'la. Kardeşim oynuyor duruyor. Onun oyunu gelmiş. Bel. Royal Flash. 385'da diye. Bravo! Eşek grubu, ben okşu bende de. Bana bakın. Şu, хочу сказать. Он не был в курсе. Я сам Давай, брат. Это нас смотри. Ай, Надеюсь, вам понравился этот выпуск, потому что я очень старался, я практически не спал. Многие из вас заметили, писали мне в директ, что ложись, спи, высыпайся. Но все для вас, ребят, я стараюсь для вас, чтобы у вас был качественный контент. Жду от вас лайки, комментарии, можете какие-то нарезки из этого видео сделать в ТикТок, забрасывайте, я буду всех вас репостить и в Инстаграм, и в ТикТок. И, конечно же, не забывайте переходить в основной профиль медиалиги, чтобы посмотреть полноценный выпуск. Ну и как всегда, оставайтесь со мной, потому что у меня на канале жарче всех. Погнали!